Всем привет! И сегодня я расскажу вам про несколько крутых брендов, которые вы можете найти на сайте Asos. Вообще, Asos это достаточно-таки крупный магазин, и на нем можно зависать часами, лазя и подыскивая то, что подойдет именно вам. Но я попробую взять на себя такую ответственность и рассказать вам про несколько брендов, которые лучше всего заходить и сразу же чекать. Некоторые бренды сами по себе будут дешевые, а некоторые придется подождать и поохотиться за скидками на них. Давайте приступим. И первый бренд, про который я хочу вам рассказать, это бренд Alice. Он на самом деле и без скидок дешевый, и я даже засовывал его в одну подборку про 5 недорогих стритвир брендов. Мне сам этот бренд очень нравится, возможно, нравится он и вам, и как раз таки его можно найти очень выгодно на сайте Asos. Там даже иногда не понадобятся скидки, так как на многие вещи, как футболки и лонгсливы, там эксклюзивная цена и эксклюзивные коллекции. Так что заходите и чекайте, если вам нужны какие-то спортивные кофты, спортивные штаны, я думаю, это будет отличный вариант. Также неплохо на этом сайте проверять бренд North Face. Практически постоянно там большой выбор футболок с хорошими скидками, и цена в 1200 или 1500 рублей вполне адекватна, так как в российских магазинах цена обычно выше этого ценника. Если вы заходите на сайт Asos, то не поленитесь и чекните именно этот бренд. Также хотелось бы сказать не про определенный какой-то один бренд, но заходите на сайт, выбирайте категорию кроссовки и отмечайте галочками в сортировке именно свои любимые бренды. И сортируйте цены по возрастанию. Я думаю, многие из вас удивятся, насколько дешевыми могут быть кроссовки. Потому что я попадал на различные акции, различные предложения, и удержаться тяжело, и приходится заказывать себе какую-нибудь то пару. Так что не забывайте прочекать такие фишки, я думаю, вы приятно удивитесь. И еще один небольшой совет от меня. Если кто-то из вас искал вот такие вот штаны или такие, то вы можете найти их в магазине Asos. Но они больше подойдут для лета, ведь на самом деле это штаны пижамные, они сделаны из очень тонкой ткани. Заходите просто на сайт и прописывайте в поисковой строке «штаны для дома мужские», и вы найдете большое количество различных штанов от хороших брендов. Такие как Hugo Boss, Calvin Klein, Lacoste. И частенько я попадал на штаны от Ralph Lauren, но лежат они там недолго, так что если вы охотитесь за ними, то почаще заходите и чекайте именно этот поисковой запрос. Я думаю, то, что у вас все получится, и вы купите такие штаны к лету. Тем более времени сейчас очень много, зима только началась. И на первый раз я остановлюсь всего на 4 советах, что покупать на сайте Asos. Если эти советы вам понадобились или в какой-то степени помогли найти то, что вы давно искали, то не забудьте поставить этому видео лайк, чтобы не потерять его, и также подпишитесь на канал, ведь здесь выходит много интересных видео. Также я уже видел то, что вы собрали нужное количество лайков под видео, где я рассказываю про то, что купить с LaModa. Если кто-то не видел это видео, то вы можете найти его на канале, также есть что купить на сайте Wildberries, там в принципе неплохие бренды с очень хорошими скидками. И давайте соберем на этом видео 80 лайков, чтобы я сделал вторую часть, что купить на Asos, с какими-то полезными советами или полезными товарами, которые часто бывают на скидках. Также я не забыл, что надо будет выпустить вторую часть с LaModa, и в ближайшее время я это сделаю. Всем спасибо за просмотр и всем пока!